спустились к Байкалу. Такие волны замерзшие. Это только начало, как борт спустился. И отсюда начинается выставка Ice Park Орехон. Типа ледяной парк. Ветер весьма хулиганистый. Ребятишкам чаша понравилась, облюбовали тут они ее. Там трещинка. Как-то выдолбили. Ой, скользко. Горка. Для любознашек лабиринт. Там даже дно видно. Аленушка. Где твой братец Иванушка? Рыбину поймал орел. Тащит ее. Как он ее тащит? А там бей в бубен. Ну, у нас есть бей баклуша, а тут есть бубен. Бить бубен. Вон чувак отдыхает, бубен бьет. Так, это русалочка. Какая-то она страшная. Наверное, какая-то дриада. И ледяной городок. Что, пойдем? Пойдем поснимаем. Мы первые. Тут обязательно надо пофоткаться. Ну, видео я снимаю. Сейчас я туда подойду. Слушай, там вообще круто. Там еще целый город. Пещера. Вон наша курсоводка веселая. Ольга. Бордуха. Листалы. Какие сталактиты это все. Ну, молодцы, что... Ух ты ж. Ничего себе тут красота. Это собор, наверное, непорочного сердца. Католический. Очень интересно в таком. Красота. Тут мало того, что сама пещера красивая по себе. И лед такой прозрачный. Прикольно. О-о-о! Классно. Ну тут надо еще вечером походить. Тут тоже лампочки всякие. Целый город. Интересно. Бутылка. Два волчонка. Миленькие. Это какая-то сова с троном. Вот там солнышко у нас. Блин, я так рада, у нас такая классная поездка вообще. Супер, вообще супер, супер. Что-то впечатление. И как ехали по льду, круто. Так, а этот православный монах проповедует веру истинную. Покайтесь. Паучок, здоровячок. Даже паутина у него есть. Сделали так хорошо. Похоже.